Хейл, гейс, с вами Шимики, и это игруха под названием Зеркало Тайн, и мы ее продолжаем. В прошлой серии мы соединили двух влюбленных, Ледяного Короля и Огненную Королеву. Так, окей, теперь у нас какой-то гном, царство гномов. Или типа того. Здравствуй, незнакомка. Я приветствую... Так, я прошу извинения за неприглядный вид моего несчастного королевства. Мы были алчны, и наши рудники и ушли глубоко под землю, высвободили величайшее зло из подземелья. Оно разрушило мой древний замок. Пожалуйста, помоги его отремонтировать. За такую, за твою помощь я тебе дам осколочки, которые ты ищешь. Окей. Так, я, короче, похавал, то можно снимать дальше. Фух, так, веник. Часть веника, молоток. Доска. Не та доска, окей. Так. Коричневый. Что это такое? Непонятненько, ладно. Так, часть лопаты вижу. Кирыч, кирыч. Я вижу часть кирыча. Одна из этих палок будет та, которая мне нужна. Так, кремень. Еще часть кремня нужно найти. А, вот это она, все-таки палка. Так, теперь часть кремня. Вопрос, где я могу часть кремня этого найти? Очень хороший вопрос для меня. Где-то еще... Ага, хорошо. Пилочка. Здесь я могу найти остальные части инструмента, который мне нужен. Так, черное с лезвием. Черное с лезвием. Оно точно здесь? Да, оно там. А. Понимаю. Так, мы нашли ножик. Хорошо. Так, я нашел приборчики. Ложим их. Так, тут какое-то ведро. Мне нужна ложка цемента. Здесь ее нету. Значит, еще есть какое-то место, куда я могу заглянуть. Либо нет. А, ложка цемента, скорее всего, мне сначала нужно найти ложку. Потом разбавить чем-то или что это. И потом будет у меня лопатка с цементом. Хорошо. Мне осталось найти кольцо. Кольцо я вижу, хорошо. И камень как раз увидел. Они были рядышком. Так, ведро. Все. Так, это вестибюль у нас был. Теперь лаборатория алхимиков. Мир гномов. Лаборатория алхимиков. Может быть, здесь мне удастся сварить зелье. Но для начала нужно немного здесь прибраться. Мне нужно быть очень аккуратным с этими осколками и постараться собрать все, что нужно. Так, первая это бумага. Одна часть, походу, спрятана, либо она просто яркого цвета. Она просто яркого цвета, хорошо. Много дерьма. Ну, они, кажется, вместе, поэтому... Или нет? Боже. Так. Что здесь у нас есть? Еще вижу часть листа. Это все спрятано, спрятано. Разместим. Лист бумаги. А на что я нажал вначале? Что-то появилось, ну, пропало. Хорошо. Здесь от бутылки часть и все. Стол за занавесой. За занавесой. Так, траву нужно искать. Хорошо, траву нашли. Траву повесим. Так. Я сначала подумал, что это... ствол. Потом понял, что это не ствол. Так, баночка. Это мы все собрали. Отлично. Куда мне это поместить? Сюда куда-то? Да, вот. Готово. Идем далее. Неизвестная банка и дохера вещей, которых я не вижу. Так, свиток. Хорошо. Первый кусок вижу. Большая какая-то часть чего-то. Вот это?
Да. Что это такое? Это как арбалет? А, неважно. Сад статуи. Этот гриб похож немного на тот вид, который нужен мне для приготовления магического зелья, но он слишком маленький. Я знаю, что грибы растут в темных, влажных местах. Может быть, я смогу отыскать здесь еще пару подземных... Короче, подземелья там найти грибёк. Грибёк. Здесь гвозди. Раз часть гвоздя, два часть гвоздя. Рябину нашли. Все, больше туда можно не лазить. Так, кирки, трава, молоток части статуи. Так, трава. Травы здесь дохера. Ну не то, что мне нужно. Много травы. Хорошо, мне нужно типа гриб накрыть. А, это рябинка. Так, окей, поехали. Молот мне не нужен. А этот молот нужен. Древесина. Кусок дерева очень маленький. Так, куски статуи. Голова статуи и рог статуи. Так, кирка. Так, рог статуи я вижу. Голову статуи я пока что не вижу. Здесь ничего нет. А, тут гвоздь есть. Окей. Мы нашли инструменты. Больше здесь я чего-то не вижу. Особенно голову статуи я не вижу. А, нашел голову статуи. Скорее всего, сейчас присоединю ее. Что-то откроется мне? Нет. Разместить, а куда... Ага. Ништяк. И все. Где еще должен... Ах, ты ж ⁇ -мо. Что это, нож? А, это часть того, что мне нужно. Это гриб, оказывается. Это дыня. Все, ништяк, здесь мы тогда сделаем. Я думал, вот эти грибы нужно сделать, чтобы они типа в темноте росли. Оказывается, нет. Так, ладно, рудничок, поехали. О нет! Вот оно! Зло, я должна что-нибудь сделать. Тут может только магическая зелья. Нужно использовать ее против зла. Но я пока что не знаю, как мне... Мне надо подумать. Магическое зло. Так, ладно. Ладно. Кирочки возвращаем, веревку берем. Рогатка... Часть чего-то я нашел. Доски. Окей, хорошо, доски. Доска не берется, лист. Это черника или что это? Веревка, еще один лист. Доска взялась, хорошо. Часть железа. Это ручка, хорошо, берем. Подрубаем. Мне нужна банка с зельем, но зелья я не вижу. Еще вижу лист зато. Гвоздик, палка, колесо. Колесо, гвоздик, палку я не вижу. Ну вот это она, скорее всего, она не нажимается, не берется, ничего не делается. Значит, нет. Такс. Окей. Еще нам нужно найти какой-то тоже гвоздь, либо это шурупчик. О, и потом ты... Окей, ладно. Плевать, тогда плевать. Колесо. Колесо не ставится, да? И? Куда? Нет, то вода стекает. А куда это разместить? Помощь. Так я ж нажимал эти. Разве нет? Так, окей. Что-то они начали по 4, там в кукушке было 5. Сука, 4, хорошо. А, здесь я ничего уже не сделаю. Две вещи, куда я могу пойти, но... Дынька.
Так, первое это у нас вот эта херь. Грибы. И походу вот это. Теперь надо проверить аппарат для перегонки и немного подогреть здесь смесь. Вам нужно наполнить... Так, короче, мне нужно... Где могу... Чем могу наполнить? А чем я могу наполнить? Ага. Ага. Баночку берем с собой. Пожалуйста, дайте мне быстрее. Здесь ничего нельзя сделать. В смысле? А, типа я могу просто уже банкой атаковать? Окей. Лови в лицо. Все. Теперь я могу отремонтировать. Да? Железяка, которая мне нужна. Так, ремонтируем дорогу. Далее едем. Так, с водой. Все, здесь мы все с вами сделали. Отлично, 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 отлично. Осталась у нас проблема с гномом. Так, наливаем на цементик, берем цементик и ремонтируем. Зло действительно отступило. Огромное вам спасибо. Вот два осколка зеркала, которые вы ищете. Еще раз безгранное вам спасибо. Безграничное. Да, его больше нет. По крайней мере, я на это надеюсь. Спасибо тебе за осколки. Все? Да, все. Как такое маленькое человеческое создание победило зло? Видимо, вы обладаете особой силой. Силой, достаточной, чтобы остановить тебя, если ты не отдаешь мне детей. Не думаю, что вы настолько сильны. Возвращайтесь к работе, пока я не потеряю терпение. Не потерял терпение. Окей, зеркало что-то разозлилось у нас. А, давайте на этом тогда закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.